В номинации «Ресторан года» в 2013 году победителем стал ресторан-пивоварня «Петр Петрович». Дамы и господа, ваши аплодисменты. Награду получает Дмитрий Соловатин, представитель ресторана «Петр Петрович». Варим не только 4 сорта, но постоянно экспериментируем, пытаемся попробовать что-то новое. Вот сейчас американский Pale Ale, наш новый сорт. Сейчас можете попробовать его здесь, а также ждем вас в гости. Спасибо, что выбрали нас. Спасибо, друзья, аплодисменты. Дмитрий Соловатин, спасибо.